Народ, всем большущий привет! Наконец-то настала весна, и совершенно случайно мне на глаза попалась вот эта решетка от старенького холодильника. А почему бы из нее не сделать классную универсальную самоделку для весеннего отдыха? Конструкция очень простая, и повторить может абсолютно любой. Друзья, вот такая классная, легкая, универсальная самоделка получилась. С ней очень легко и просто можно приготовить еду на огне, подогреть чай, разогреть что-то. У нее есть два главных плюса. Это легкость, а второе это то, что она практически не занимает места. Можно регулировать жар путем вдавливания решетки в грунт. Готовить можно как в посуде, так и без нее, как на гриле. Это просто чудесная самоделка, по моему мнению. А вы что думаете? Поделитесь в комментариях. Друзья, на этом я заканчиваю этот выпуск. Если вам понравилось, поддержите лайком, поделитесь своим мнением в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.